На выставку «Индустрия гостеприимства» в Сочи компания «Аромат Экстра» привезла 5 брендов чая и 2 кофе для всех сегментов рынка – для магазинов, кафе, ресторанов и отелей. Наши бренды очень известны в России. Это, в частности, «Вильямс», «Райские птицы» и «Бостон». А для хорики – это «Барон и Барин» и кофе «Вильямс». Все эти бренды принадлежат нашей компании. И вот здесь мы представили самые лучшие свои стандарты. И очень много, более 50 видов, представили рассыпного чая. Компания «Аромат Экстра» на чайном рынке уже 16 лет. В ее арсенале более 150 видов чая. Цейлонский, китайский, индийский, рассыпной в пакетиках в оригинальной дизайнерской упаковке, плюс травяной и фруктовый. Чай производят на фабриках в Москве, Шри-Ланке и Китае. Кофе компания завозит из 7 стран. Истинный вкус, полезные свойства, уникальные сорта и высокое качество – все это отличает продукцию компании «Аромат Экстра». Стенд фирмы можно найти на выставке «Индустрия гостеприимства» в выставочном центре на Несебрской.